Семена гороха овощного «Алтайский изумруд» пользуются популярностью благодаря высокому содержанию в зернах сахара и белка. Компактные кусты не требуют сложного ухода, что порадует начинающих садоводов и тех, кто не может часто посещать загородный участок. Уход за растением заключается в поливах, рыхлении земли и удалении сорняков. Правильно подготовив почву перед посадкой семян гороха овощного «Алтайский изумруд», можно избежать последующего процесса внесения минеральных удобрений. Этот сорт универсален в использовании, горошины можно замораживать, добавлять в супы и вторые блюда, консервировать и употреблять сырыми. Горох овощной «Алтайский изумруд» – это однолетнее растение высотой 35-45 см. Горох овощной «Алтайский изумруд» имеет ранее спелый срок созревания. Плоды гороха созревают в месяце июль. Цвет плода зеленый, вкус сладкий. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.